На шахту Листвяжной продолжают прибывать родственники погибших горняков. Вдова одного из погибших на шахте рассказала о страшных условиях, в которых приходилось работать ее мужу. Муж приходил с работы каждый день и говорил, добром это не кончится. Зашкаливал так, что все датчики там пищали. А в ночь на 14 на 15 ноября в лаве был пожар. Никаких мер не было принято. И вот результат. Буквально 10 дней прошло, и все теперь там лежат. Вот и думайте, как шахтеры у нас работают. Они все знали. Знали, что им это. Ну и что сейчас всех стрелочников возьмут? Что они возьмут? Они вернут нам 40 с лишним детей, мужей, сыновей. 23-го было 6% метан, 24-го 7. Заставили идти всех расстреливать. Перед Новым годом каждый раз сокращение. Говорю, у вас сейчас стояло 168, не сокращение. И что, говорю, сократили 40 с лишним, со спасателями 52 человека. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.